Как и обещал несколько дней назад глава МОК Томас Бах, членство Олимпийского комитета России в Саиду было автоматически восстановлено, а все санкции с него сняты. Об этом рассказал журналистам президент организации Александр Жуков. В письме, которое мы сегодня получили, написано, что Международный олимпийский комитет может подтвердить, что все остальные результаты членов делегации олимпийских спортсменов из России являются отрицательными. То есть все проведенные в последние дни Олимпиады допинг-тесты наших спортсменов были отрицательными. Членство Олимпийского комитета России в МОК было приостановлено 5 декабря из-за обвинений в массовых применениях допинга на Олимпиаде в Сочи 2014 года. В результате сборную России отстранили от участия в зимних играх в Пхёнчхане. Спортсмены, приглашенные на них в индивидуальном порядке, выступали под нейтральным флагом. Во время Олимпиады двое россиян попались на допинге. Керлингист Александр Крушельницкий, у которого после этого отобрали бронзовую медаль, и бобслеистка Надежда Сергеева. Из-за этого и на церемонии закрытия российским спортсменам не дали пройти под национальным флагом.